песня, вы поете, это кто вообще придумал? Почему ты всегда разговариваешь? Ну, у нас парни. Да так, чтобы не скучно было. Тебе скучно тут все исполнять, да? Нет, ну, долго чуть-чуть. И старались вытянуть эту игру. Как говорится, все, что могли, мы сделали. Это вообще по досуху он, да, вот то не играл, все-таки через боль он играл, какие-то были у него проблемы, да? Или... Да, были. То есть уже через немало играл, да? Уже не было. Последний матч из Кабловаша? Я не знаю пока. Да, что не последний матч, скорее всего? Да нет, еще надеюсь. Будет пять. Если вы меня не уволите, зайдите мне, поедем вместе. Кирилла, я еще там с Виктором Васильевичем разговаривали, он про молодых игроков, там, про Федорова, про Мобильного рассказал, он говорил, что здорово, но нужно иногда молодых игроков во время их снимать. Как думаете об «Авангарде»? Это очень интересная команда. Ну, хорошая команда, понятное дело, но я думаю, сейчас отдохнем и подготовимся. Я думаю, будет классная серия. Либо панелем не попал, да?